За даниловским яйцом очередь в три ряда. Свой выбор среди прочих производителей нашего региона ярославцы аргументируют просто. Мы будем ставить там, где дешевле. За соседним прилавком тоже нет отбоя от клиентов. Здесь уверены, хлеб по-прежнему всему голова. Даниловским хлебозаводом пользуюсь 6 месяцев в году, пока живем на даче. Черный хлеб изумительный из всех. В Ярославле такого не купишь. На выставке-ярмарке «Покупай Ярославское» можно купить мясо, молоко, яйцо, курицу, овощи и даже мед. Все это привезли из Брейтовского, Ярославского, Углического, Даниловского, Рыбинского, Тутаевского и других районов области. По количеству людей, что действительно эта схема и этот процесс востребован, потому что я не буду называть там цены на конкретные продукты питания, но они действительно ниже, чем во многих сетевых федеральных магазинах и даже дешевле, чем на многих рынках Ярославля и Ярославской области. Первая ярмарка «Покупай Ярославская» прошла в августе прошлого года на фестивале «Яр-Агро». С тех пор было проведено более 100 подобных мероприятий. На первой ярмарке в 2014-м было собрано 25 товаропроизводителей. Сегодня их уже в два раза больше. Ярославские продукты, изготавливаемые у нас, они имеют прекрасное качество, потому что сделано нашими людьми, на наших возможностях. И это качество мы можем проконтролировать, что называется, от поля до прилавка. Эта выставка продлится 2 дня. В будущем планируется проводить ярмарки в других крупных городах области. Ольга Преснухина, Георгий Иванов. День в событиях.